Всем привет, с вами Артем. Сегодня мы рассмотрим, как импортировать в программу Dialux EVO чертеж в формате DVG. Для начала откроем Dialux EVO. Для этого мы кликаем два раза на вкладку. Dialux открывает перед нами стартовое окно и показывает нам варианты начала проекта. Мы выберем самый первый вариант. Что это значит? Это означает то, что Dialux открывает перед нами пустое пространство. В нем нету ничего. Давайте импортируем наш чертеж. В левом верхнем углу есть вкладка Drawings. Кликаем на нее, и здесь у нас есть кнопка Import DVG, которая позволит нам импортировать чертеж в наш проект, с помощью которого мы впоследствии построим здание и сделаем проект освещения. Выбираем наш чертеж, в зависимости от того, в какой папке он лежит. Дальше кликаем на наш файл, и Dialux открывает перед нами этот DVG-чертеж. Очень важно, обратите внимание, чтобы мы попали в масштаб. Возьмем с помощью вот этого инструмента, измерим расстояние, например, вот этой стены. Здесь мы получаем 5 метров, это похоже на правду. Соответственно, что было бы, если бы мы не попали в масштаб? Вот здесь есть вкладочка Scale, которая позволяет нам подобрать для нас нужный масштаб. Давайте выберем другой масштаб, например, в метрах. Что это нам показывает? Давайте измерим вот эту стену. То есть, смотрите, здесь у нас получилось полкилометра. Ну, сами понимаете, то, что полкилометра для одной стороны комнаты, это, ну, в принципе, довольно многовато, да? То есть, соответственно, мы бы не попали в масштаб. Выбираем сантиметры. И вуаля! Мы попали в масштаб. Соответственно, сейчас мы будем строить помещение, и оно у нас будет правильным. Нам впоследствии не придется переделывать полностью наш проект. Обязательно при начале работы нажмите на вкладку «Сохранить» и сохраните вот наш проект в ту папку, в которой вы работаете. То есть наша папка лежит на рабочем столе в разделе Dialux Lessons, например, ведем 001, Lesson 1, сохранить. Все, Dialux сохранил нам наш проект. Соответственно, впоследствии, если у нас произойдет какой-то глюк или баг, мы начнем работу именно с того места, где мы сохранились, без потери данных. Всем пока, с вами был Артем. Подписывайтесь на наш канал, ссылка в описании. Всем пока.